Я старалась по заходам ходить, но у меня это не всегда получалось. И я, ну, как сказать, для меня эта регата, ну, так себе сложилась. Я бы, конечно, хотела очень сильно попасть в десятку в общем зачете. И, ну, по заходам это новые ощущения, новые знания об этом ветре. Я, конечно, тут уже тренировалась 2 недели до этого, и такого ветра ни разу не было. Для меня это что-то новое. Тут очень сильно осцилирующий ветер, и по углам нельзя ходить. Правда, эту ошибку я повторил. Ну, оценил хорошо. Не последний же был. Только в одной гонке пришел плохо, а так все нормально. Первый гоночный день у меня все было куда проще, чем второй. Во второй лошадей уже ветер начал крутить, и нужно было стараться ходить по заходам. У меня это первые 3 гонки не получалось, из-за этого у меня плохие приходы. Но под конец я уже разобралась. Старты тоже были не очень, из провиса, и было понять тяжело. Я не понимала, где линия. Так, я думала, что я бы могла куда лучше отгоняться. Акватория, да, она хорошая, можно. Ну, как раз я потренировалась ходить в такой заходистый ветер. Для меня сложился этот этап удачно, я занял первое место. О, ну, были ошибки, конечно, были большие ошибки. Допустим, во второй гонке сегодня я финишировал 14-й. Я совершенно не понял береговой ветер, это очень слабая моя сторона. Но в последние 2 гонки я оправился, начал работать сильно. И финишировал 2 раза первым. Здесь есть капелька везения. В последней гонке я мог финишировать за десяткой, за пятнашкой, но мне повезло с последним заходом на первой лавировке. Я смог выйти все-таки с правой стороны и не остаться там.